Наглые рожи, да? И обижать их нельзя, представляешь? Наглые. Что рычат в ответ? Вот так хари. Вот так наглые. Харитон нельзя. Нельзя, они полезные. Нельзя, да, я согласна, Ри, но они полезные. Да? Они мышей тут у нас ловят. Ух, опасные какие. Нельзя кошек гонять. Да еще знаешь, как можешь хлопотать-то от них? Харитоша, выходи оттуда. Я согласна, да, вообще обнаглели, просто. Просто обнаглели, еще и рычат на собаку. Да, обалдеть можно. Ну, не бояться совсем. Совсем не уважают. Совсем моего мальчика не уважают. Ни так, ни сяк, никак до них не добраться, и не уважают они моего мальчика нисколечко. Да. Не уважают. Да, безобразие. Безобразие. Полное безобразие, особенно в Антотрек жить. Все, выходи оттуда, поорал и хватит. Харитоша, все, выходи, выходи оттуда. Все, они недосягаемы. Нельзя рядом. Эх, сбежал раньше. Вот. Весь двор в женихах в Дианиных. Диана, девочка моя. Зачем ты их таких страшных сюда приводишь? Это же бандитские рожи-то. Нельзя рядом. Ну вот, всех разогнал. Всю свадьбу разогнал.